Очередную партию бронежилетов «Тигр» более 400 штук передали приморским морпехам. Бронежилет «Тигр» разработан на основе современных тенденций боя. Он весит менее 10 килограммов, но при этом хорошо защищает от пули осколков. Отшив и сборка бронежилета происходит во Владивостоке. Бойцы отряда «Тигр» используют его с октября 2023 года. Губернатор края Олег Кожемяк отметил высокое качество спецснаряжения. 408 бронежилетов. Вот, которые выполнены здесь по самым последним технологиям. Все они прошли уже испытания на полигонах, хорошо себя зарекомендовали. Хочу пожелать нашим ребятам достойно также продолжать нести свою службу в зоне специальной военной операции, добиваться результатов. А мы в Приморье вместе со всеми жителями делаем все возможное, чтобы вложить свою частицу в победу, для того, чтобы ребята быстрее вернулись домой. Поэтому думаю, что и эта партия бронежилетов послужит дополнительной защитой наших воинов и еще одним шагом к нашей общей победе. Всего изготовлено и передано на фронт уже более 1000 таких бронежилетов, рассказывают разработчики. Губернатор также добавил, что для ветеранов СВО в Приморье будут созданы все условия для комфортной адаптации и социализации.